По данным следствия, 43-летний водитель Kia Rio двигался в направлении улицы Транспортной. В результате маневра он не справился с управлением и наехал на зеленый островок безопасности. На клумбе в этот момент стояли дети. Одного мальчика 11 лет спасти не удалось. Скорая прибыла через 6 минут. Работала 3 бригады. Оказывали сразу же помощь. К сожалению, один мальчик был изначально в очень тяжелом, крайне тяжелом состоянии по причине полученных при этом ДТП травм. Затем дети были привезены практически одномоментно в нашу больницу 9-ю, где им оказывалась помощь в полном объеме. Двое детей в настоящее время находятся в больнице. Состояние их не вызывает никаких опасений, стабильно. Все, что нужно, у нас есть, мы им это все оказываем. Всю помощь в полном объеме согласно стандарту. Один ребенок, к сожалению, погиб. В настоящее время подозреваемый допрошен. Материалы уголовного дела направлены в прокуратуру.